Привет всем! Вы на канале Leonardo American Boy. Что мы сегодня делаем? Всем привет! Открываем подарки, Лео и... Подарки, которые пришли, посылки. С Китая, наверное. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Он еще есть большой. Итак, начинаем, да? Ножнички. Как ножнички на английском? Помнишь, мы это учили слово? Scissors. Scissors. Итак, первый подарок. Вытаскивай. Кто здесь? Вытаскивай сильнее, давай. Go ahead. Смотри, что мы видим. Скрипичный ключ, музыкальная. Это сумка? Да. А как ее? На лодочке. Лео, что это? Скажи bag. Bag. На английском bag. А если маленькая женская сумочка, называется purse. Скажи purse. Purse. Интересно, держи. Держим вот здесь. Вау! Что здесь написано? My bottle! Ты хочешь открыть сразу, да? My bottle! Моя бутылочка! А что это? Для чего? Они просто воду пьют? Да. Что называется my bottle? Скажи my... Моя бутылочка. Next one! Какой у нас следующий? Он маленький. Вот этот, да? Держи. Я режу здесь. Let's cut it. Воу! Соска, которая замеряет температуру ребенка. А зачем уже Лео такая вещь? Это не Лео, это указано. Какому указано? Михаил. Вау! Смотрите, нажимаем on. И она давай, сейчас... Давай у Лео смерим температуру. Смерим? Лео, бери соску. Есть? Лео уже забыл, что такое соска. Возьми, возьми, давай замерим. Держи 30 секунд. Держи, держи. Давай. Засекаем. Раз, два. 3, 4, 5. Угадайте, что это за песня? Титаник. Давай еще, еще, Лео. Плохо, что Лео мы от, с трудом отучили от соски, а сейчас мы приучаем специально. Это очень плохо. Пока температура замеряется, открываем следующий подарок. Лео рад, что ему дали соску. Еще грузится. Открывай! Соску, оставь соску, мы же засчитываем твою температуру. Может, уже не надо, может. Миша. Все! Слышите звук? Сколько? 36 и 0! Как-то вот. Это по Цельсию. 36 и 0! Короче, работает. Ну-ка, не знаю, правильно или нет, но работает. В общем, для следующей... Родители, если не хотите мучиться с детьми, ложить им, держать под рукой, дайте им соску, и вам температура сама скажет. И это стоит очень дешево. How much is this? $1. $1. Выключаем. Дайте Мише. А теперь открываем последний подарок. А, он же вытащил Лео.
Это не копейки. Дорогие друзья, мы целых 2 года отучивали Лео от соски, и тут мы дали ему насладиться соской, будучи в взрослом возрасте. И он, после того, как мы забрали, он вошел в панику. Помогите, что нам делать? Пишите в комментарии, что делать? Давайте просто играть музыку, и Лео может успокоиться, да? Лео, встань там, Илюша, Настя, подними ее, пожалуйста. Не помогло. Сёсю, мы от тебя забрали, потому что ты уже большой. Сколько тебе лет? Сколько тебе уже лет? Тебе уже 2 годика. Соска тебе уже не нужна. А давай вытаскивай следующий подарок. Вытаскивай ручку сюда. И что это такое? Вау, куда его девать, на руку или на ногу? Лево, смотри, вот так. Отдай маме, чтобы маме было. Спасибо. И последний подарок остался. Это коробка из Аризоны. Что же нам тут пришло? Кулек с пупырышками, который надо взрывать. Давай его полопаем вот так, смотри. Опа, давай. Следующий, ты лопай. Все, полопал. Итак, первый подарок. Flawless by Sonia. Что значит flawless? Это крем для кожи, Аню. Это, я думаю... Крем. Power Foundation. Foundation. А что такое foundation на русском? Основа. А вот это что? Вау! Помада, которая загорается. Мы не заказывали, нам подарили. Просто подарили. Смотрите, друзья, если помажете женщины ваши губы, и вам хотите, чтобы все было видно, покупайте с подсветкой на основе натурального. А зачем ты ломаешь? А что вот это такое? Соня Aloe Makeup Remover. Второй момент. Женщины, если вы снимаете мейкап, как мейкап, макияж, всякими химиями, опасными вещами для кожи, начните снимать ее натуральным ремувером на основе алоэ. Ваша кожа приобретает просто благодать. И что у нас остается? И вот это. Heat Lotion. Вот это очень крутая вещь. После усталой работы, если вы физически занимаетесь или спортсмен, наложите этот крем на часть вашего воспаления, на мускул, на мышцу или на что-нибудь. Просто будет исцеление сразу. Aloe Heat. Горячий лосьон. Как по-русски лосьон? Лосьон. И вот это классный. Это классно. Как его только открыть, вопрос. Вот это мы не сможем передать нашему зрителю, поскольку запахи не передаются. А ты давай полопай пока шарики. Давай, лопай сильно. Бах. Смотри, вот так берешь 2 руками. Ба-ба! Давай еще. Ты один, и я один. На. Готов? Раз, два. Ба-ба! Еще. Раз, два, три. Ба-ба! Еще есть? Последний остался. Ты будешь или я? Чтобы помочь. Я помочь. Итак, друзья, у нас Essential Oils at Ease. Эфирное масло от Forever. Это если вы очень устали, или у вас болит какая-то мышца, или стресс. Вы просто мажете, тут такое колесико есть. Мажете и засыпаете. Или забываете за любую проблему. Вещь дороговатая,
ну, для цели, которую вы покупаете, стоит конкретно. Очень много свидетельств хороших, поэтому мы ее и купили. Все, на этой ноте. А, ты хочешь лопнуть? Все, всем спасибо за подарки, спасибо Аризона, спасибо Китай. Say thank you, China. Thank you. Внимание. Маленький взрыв был. Все, друзья, thank you very much. Subscribe to our channel. Скажи, подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайк. Лео, ну Сосю не надо, ты уже вырос. Друзья. Мы только что Лео вернули проблему, с которой мы боролись 2 года. Помогите нам, пишите в комментариях, что делать.